Фестиваль спорта Iron Star впервые пройдет в центре Анапы. С 24 по 26 мая город-курорт примет соревнования по триатлону с заплывами на открытой воде, бегом и велогонками. Чтобы все жители и гости курорта могли увидеть зрелищные состязания, фестиваль впервые состоится в центре Анапы, в том числе на Театральной площади, улице Горького, в сквере Гудовича и других популярных локациях. Анапа открывает сезон стартов Iron Star на Черном море уже в третий раз. В этом году атлетов ожидают нововведения. Они смогут пройти 1/4 и 1/8 от железной дистанции, а также попробовать силы в уникальном формате Super Mix. Сохранились и традиционные забеги Star Kids и Iron Lady. Тысячи спортсменов со всей России готовятся выйти на старт, чтобы проверить себя на прочность, а также насладиться живописными морскими пейзажами, песчаными пляжами, городскими достопримечательностями и южным гостеприимством. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.